18 октября 1913 года в Белграде посол Австро-Венгрии вручает премьер-министру Сербии Николе Пашичу ультиматум с требованием в 8-дневный срок очистить территорию Албании от сербских войск. В случае неповиновения Вена грозит более решительными мерами, подразумевая войну. Это разгар албанского дипломатического кризиса, в котором местные разборки на Балканах переплелись с интересами великих держав. Призрак большого военного конфликта вновь воспарил над Европой, а новорожденное албанское государство стало заложником противоборства сильных мира сего. Еще в июле великие державы Германия, Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, Россия и Италия признали Албанию независимым нейтральным государством под своим протекторатом. Гражданская администрация и финансы перешли в руки Международной контрольной комиссии. Поддержание порядка в стране возлагалось на жандармерию, которую планировали сформировать из шведских офицеров. А на трон Албании начали подыскивать достойного правителя. К тому времени в этой стране царила полная неразбериха. Единого центра власти не существовало, она распадалась на лоскутное княжество. В городе Влера, где еще в ноябре прошлого года патриоты провозгласили независимость, действовало временное правительство во главе с Исмаилом Кемали. Его поддерживали Австро-Венгрия и Италия. В городе Дуррес на побережье Адриатического моря обосновался один из богатейших людей Албании – Эссад-паша Топтани. Во время Первой Балканской войны он на стороне Османской империи защищал крепость Скутари от черногорцев и сербов, но потом сдал ее врагу. Исмаил Кемали планировал сделать Топтани министром внутренних дел в своем правительстве, но магнат не хотел делиться властью. В Дурресе при негласной поддержке Сербии он провозгласил республику Центральная Албания. На северо-западе страны в городе Арош укрепился магнат Пренг Бип-Дуда, который мечтал создать собственное княжество Миргита, стремился заручиться поддержкой французов и видел Албанию конфедерацией по типу швейцарской. Число самозванных правителей здесь увеличивается с каждым днем. Всякий, набравший шайку в несколько вооруженных лиц, провозглашает себя правителем, до тех пор, пока его не сменит другой, более сильный. Ужасались албанской анархии иностранные дипломаты. Не случайно после Первой мировой войны немецкий цирковой акробат и авантюрист Отто Витте утверждал, что именно в это время на 5 дней притворился королем Албании, успел объявить войну Черногории, а потом бежал из дворца в Дурресе с помощью собственного гарема. Многие поверили в эту байку, помня страшный беспорядок, царивший тогда на балканских просторах. Пока великие державы спорили о том, кто бы мог возглавить Албанию, следовало определить ее границы. В новорожденное государство выехали комиссии по разграничению с соседями – Сербией, Черногорией и Грецией. Сделать это было очень непросто, ведь сопредельные государства мечтали откусить свой кусочек албанского пирога. Во время Первой Балканской войны черногорцы пытались забрать крепость Скутари. Тогда великие державы высказались против, и им пришлось отступить, отдав город под международный контроль. Сербы получили Косово с преимущественно албанским населением, но желали большего. Они стремились к выходу на Адриатику. Еще в 1912 году пытались его завоевать, захватив порт Дуррес. Благодаря энергичной позиции Австро-Венгрии, сербской армии тогда пришлось уйти ни с чем. Греция претендовала на область Северный Эпир, где проживало множество православных. В двух разграничительных комиссиях заседали представители великих держав, и там царило нешуточное напряжение. Участники враждующих военно-политических блоков Антанты и Тройственного Союза спорили о том, какой быть Албании. Италия, Австро-Венгрия и Германия требовали наиболее широких границ. Франция, Великобритания и Россия хотели частично удовлетворить территориальные аппетиты сербов и греков. В ходу были не только интриги дипломатов, но и вовсе не дипломатические методы. Германский уполномоченный майор Лаферт проскакал галопом мимо лошади французского коллеги, та, испугавшись, сбросила всадника с седла. Результат был великолепен, сверх ожиданий, и Перн хромает и на здоровую ногу тоже. Радостно потирал руки немец, надеясь вывести таким образом соперника из строя. Все это происходило на фоне постоянных приграничных стычек албанцев и сербов. Сербская армия упорно отказывалась освободить ряд районов Северной Албании, ссылаясь на угрозу анархии. Албанский военный министр Иса Болетини в ответ вторгся в подконтрольную сербам Северную Македонию, провоцируя там восстание. В конце сентября 1913 года эта область уже полыхала. Вместе с албанцами оружие в руки взяли и болгары, недовольные сербской оккупацией. Повстанцы захватили ряд городов, в том числе Дебар и Ахрид. Исмаил Кемали радостно потерял руки и требовал, чтобы на всех занятых землях провели референдум о самоопределении населения. Но опытная сербская армия уже к началу октября подавила восстание, вытеснила албанцев за границу королевства и заняла несколько населенных пунктов на их территории. Обещали уйти, как только в Албании воцарится порядок. Это сопровождалось жестокими экзекуциями военных, погибло много мирных людей. 40 тысяч албанцев и болгар, спасая жизни, бежали в прибрежные районы Албании. Австро-Венгрия заподозрила в активности сербов попытку прирастить свою территорию. По результатам двух балканских войн она и так выросла вдвое. Министр иностранных дел Дунайской империи Леопольд фон Берхтольд решил направить сербам жесткий ультиматум. Либо они уходят с территории Албании, либо Австро-Венгрия готова действовать всеми доступными методами. Это был прямой намек на войну. Предварительно заручившись поддержкой Берлина, 18 октября австрийский посол в Белграде вручил сербскому премьеру Николе Пашичу ультимативные требования. В правительстве Сербии всполошились не на шутку. Хотя там были люди, желавшие обострения конфликта, но возобладала умеренная партия. Никола Пашич бросился за помощью в российское посольство. Там ему объяснили, что большой европейский конфликт не своевременен, и порекомендовали уступить. Перепуганные сербы так спешили, что убрали все свои военные части из Албании на 24 часа раньше до обусловленного в ультиматуме срока. Казалось, албанский вопрос исчерпан, но на самом деле все только начиналось. По результатам разграничения юго-восточной границы с Грецией 13 декабря подписали так называемый Флорентийский протокол. Спорный Северный Эпир остался за Албанией. Но местные греки при негласной поддержке из Афин с этим не согласились. В конце февраля 1914 года жители региона во главе с Георгиесом Христакисом Зографосом провозгласили автономную республику. Между албанцами и греками вспыхнули вооруженные стычки. Международная контрольная комиссия выступила посредником и во время переговоров на острове Корфу навязала компромисс. Две провинции Северного Эпира получили автономию, а греческий язык объявили официальным наряду с албанским. На самом деле правительство Албании уже ничего там не контролировало, а мусульмане массово бежали из Северного Эпира, опасаясь за свою жизнь. Остальные границы Албании до Первой мировой войны так и не успели четко определить. Зато 3 декабря 1913 года великие державы наконец-то договорились о том, кому быть албанским князем. Корону Албании примеряли многие: немцы герцог Вильгельм фон Урах и принц Карл Гогенцоллерн, французы принц Луи Наполеон и Фердинанд Орлеанский герцог Монпансье, шведы герцог Вильгельм Зондерманланд и герцог Карл Вестготланд, сын королевы Виктории англичанин Артур герцог Канаутский, египетский принц Ахмед Фуат и итальянский албанец Дон Аладро Кастриота. Выбор пал на 37-летнего Вильгельма Вида, капитана прусской армии, племянника королевы Румынии, двоюродного брата короля Швеции. Его жена София Шонбург-Вальденбургская имела отдаленные албанские корни. Вильгельм Вид долго отказывался от такой чести, боялся, что новые подданные встретят его недружелюбно, и княжеский трон Албании может стоить ему жизни. Но все же он поддался уговорам и взошел на престол под именем Сканденберга II. Вместе с семьей князь Вид прибыл в свою новую страну 7 марта 1914 года. Вильгельма Вида европейская пресса сразу же нарекла князем пустоты, ведь кроме своего дворца в Дурресе он мало что контролировал. Исмаил Кемали вместе с правительством покорно ушел в отставку, а властолюбивый Эссад-паша Топтани устроил торги о собственном политическом будущем. Он добился своего, был назначен министром обороны и министром внутренних дел при князе Виде. Все знающие Эссада-пашу понимают, что фактически правителем Албании при настоящих условиях будет он, а не князь, прогнозировали иностранные дипломаты. Но в мае 1914 года на фоне большого крестьянского мусульманского восстания его обвинили в подготовке военного переворота и заставили бежать в Италию. В дипломатической среде циркулировали упорные слухи, что князь Вид убрал Эссада под давлением Австро-Венгрии. Австрийцы считали его агентом влияния Сербии и Италии. Во время Первой мировой войны Эссад с помощью Антанты пытался вернуться к власти, но неудачно. В июне 1920 года в Париже возле отеля «Континенталь» его убил бывший школьный учитель Авни Рустеми, стя за предательство албанского народа. Убийцу оправдали и на родине прославили как национального героя. Князь Вильгельм Вид бежал из бурлящей Албании в сентябре 1914 года, когда в Европе уже полыхала война. Он не отрекался от престола, но больше никогда не вернулся к своим подданным. Новорожденную Албанию ожидала длительная эпоха потрясений и смут.